Мы сегодня после бассейна с Ладюшкой зашли снова в это кафе. Кстати, я ему абонемент купила за 4200 на 8 занятий. А Ладюха вон свои часики, новые часы, телефон рассматривает. Мне пришла доставочка из самоката, надо было дозаказать майонезы, кетчуп у нас заканчивается, 3 упаковки взяла и наполнитель коту. А еще знаете, что решила взять? Продукцию бренда самокат никогда не брала. Брали? Нет? Как вам? Расскажите, поделитесь. Если вам интересно мое мнение, тоже расскажу. В общем, взяла зубную пасту, взяла за 400 рублей по акции вот такой шампунь и бальзам. Тут у меня не особо фокусируется, поэтому не смогу прочитать, наверное. Так, вот это кондиционер. Да, тут был шампунь. Это кондиционер для волос. Мицеллярку взяла. У меня моя за 1000 закончилась. Взяла вот такую попробовать за 200 рублей. Ну, вдруг хорошая. Нет, увезу на дачу к сестре. Ну, и таблетки для постомойки. Финиш заканчивается. Взяла вот такие. Одна таблеточка выходит 20 рублей. Недешево, но мне было интересно затестить. Конечно же, сегодня и попробую. Мы в картинной галерее. Хотели попасть на второй этаж, где выставка картин Репина, 30 картин, но там такая очередь, что просто никак нам было не дождаться. Поэтому мы сейчас на третьем этаже пойдем, на четвертый, на пятый. Сейчас фотка. Красота. Помните, я вам уже показывала эти картины? Как все сочно. Тут временная выставка. Абстракции. Все такое яркое, интересное. Пришли покушать. Садись, садись. Вот твой сок апельсиновый. Это чей? Твой держи. Это? Картофель твой с кетчупом. Суп мой, если хочешь, можешь взять. Моя шаурма, лавашек мой. Такое красивое местечко. Это после картины галереи зашли покушать. У Лены тоже бизнес-ланч. И у меня бизнес-ланч. И еще Владику кое-что взяла. Детская комната. Владюшка играл, еще, наверное, поиграет после обеда. Как-то так. Мы пришли в такое классное местечко, кафе, дом Купчихи Ершовой. Так тут красиво, смотрите, обалденный столик, люстры красивые, и мы сидим с Надей и с Владюшкой. Вот такой красивый столик, надо будет его тоже нам как-то забронировать, а пока просто пофоткались. Я не наелась одним бизнес-ланчем и заказала еще один. Смотри, сейчас пойдем еще один зал посмотрим. Иду, иду. Давай. А почему сейчас тут не открыто? Обалдеть, как тут клево. Тоже хочешь снять, да, красоту? Да. Нам надо срочно здесь везде нафоткаться. Кошечки, как здесь красиво. На белых стеблях и найти зеленые цветы. Как красиво у нас было. Вчера у меня была фотосессия с Надей, сегодня с Мариной. Зашли в кафе, сидим на балкончике, кофе, какао заказали. Вот такая красота. И сейчас покажу вам балкончик. Какой он миленький. Я так еще и в пледе сижу. Вообще прям уютно. Осень. Кайф. Поехали фоткаться в парк мира. Возможно, там вам ничего не поснимаю, забуду, поэтому хотя бы покажу тут эту красоту. Все такое желтенькое, зелененькое, яркое. Спасибо. Приехали на концерт. Вся парковка битком. И огромная-огромная очередь. Я так думаю, стоять час, потом покажу очередь. Вот такая очередь. На улице плюс 25. Мы приехали в усадьбу Спасская Куркино пофоткаться.
Уже вовсю у нас фотосессия. А мне надо продать пальто, поэтому я буду фоткаться в пальто. Хотя на улице жарко. Четвертый день фотосессии. Сегодня с мужем погнали в усадьбу Бринчининовых. И дорогу взяли какао с маршмеллоу. Какова красота. Ну, в принципе, у нас все получилось идеально. Мы уехали, и начался дождь. Правда, Максу не очень идеально. Он сейчас там яблоки друзьям понес. Вчера на даче собирали, ушел в подъезд, и вот такая погода. Ну да ладно, не сахарный, не растает. Нет, значит, вам нравится ваша говняная нищебродская жизнь? Тогда почему я здесь второй раз вижу эту печальную свинью в полосатом трико? Словно в океане, на страницах правосветения. Это игра без сомнения, обречено все поражение. Владиковские покупочки с Валберис, наушники, ну наушники это не Владику, это мне, взяла беспроводные за 200 рублей, дома ходить не всегда удобно в айподсах, в этих айрподсах, или как называется, которые Макс мне подарил. В общем, иногда буду ходить такие, которые в уши не вставляются, надеваются сверху, ну, короче, вы меня поняли. Я тут немножко заболеваю, такое ощущение, так тоже язык у меня заплетается. Но, тем не менее, на брейк Владика сводила и скоро поведу в бассейн. Купила ему мочалочку. Одну купила в магазине, вот еще на Валберис заказала, так что у него теперь две одинаковые мочалки. Купила ему мыло. Сейчас распечатаю, покажу. Мыло 300 рублей или что-то типа того. Поэтому даже распечатала на Валберис, проверяла. В целости и сохранности дошло оно или нет. Знаете, жалко. Сейчас распечатаю и покажу. Так, вот такое мыло. Все доставлено очень аккуратно. Упаковано, запечатано. Вот эти пупырки были и снизу, и сверху еще в коробочке даже. Боже ты мой, какая милота ручной работы. Аромат. Девочки, это нечто. Вот такого дракошу Владюша выбрал. Но, в принципе, это мыло ему в бассейн. Пускай парень радуется, будет только он им пользоваться. То есть мыло не для дома, а чисто ему для Басика, чтобы ходил с удовольствием. Для Басика ему купили еще вот такую косметичку прозрачную. В ней будет мыльница, мыло, полотенце. Полотенце еще, кстати, выбрал. Очень-очень красиво, но еще оно пока нам не пришло. И вот такую красивую еще сумку выбрал. Спортивную, детскую для себя. Тоже что-то стоило около 700 рублей или как-то так. Хотела заказать в Спортмастере, но на Валберис. На Валберис больше мне понравилась сумочка. Так что мы такую взяли. Все, сейчас буду убирать мыло в мыльницу. Собирать ему буду все в бассейн. И уже пойдем плавать.